Мне хотелось уединиться. Зачем ты ищешь уединение? Ну, отец, иногда хочется побыть наедине с собой. И так, чтобы все эти болтуны не следили за каждым моим шагом. Кто бы мог подумать, что обаятельному и очень талантливому актеру Дмитрию Исаеву уже 48 лет. Звезда сериала «Бедная Настя» уже давно является любимчиком зрителей, но что известно про его личную жизнь. В студенческие годы Дмитрий познакомился с девушкой Асей Шибаровой. После окончания последнего курса ребята решили пожениться. Спустя год в семье случилось двойное счастье. Родились девочки-близняшки, которых назвали Полина и Софья. Однако родились они не в очень благоприятное время у Дмитрия. Не было работы, он ушел в депрессию, стал замкнутым, и семья его совсем не интересовала. Когда девочкам исполнилось по 4 года, супруги развелись. После развода с Асей Исаев практически не видел девочек и не занимался их воспитанием. Бывшая жена сама взваливала на себя все хлопоты по содержанию и воспитанию малышек. Позже женщина вышла замуж за мужчину по имени Владимир. И они оба стали заниматься девочками. Дмитрий признается, что очень благодарен этому мужчине за то, что он воспитал его детей и не оставил его бывшую семью в трудную минуту. Исаев начал общаться с девочками только в 2012 году. Сейчас девушкам по 26 лет. Полина занимается творчеством и с детства любит рисовать так же, как и любит делать это Софья. Они совместно занимаются творческими проектами, создают разный дизайн, скульптуры и оформят все, что хотите, в лучших традициях. Сестры сейчас отлично общаются с Исаевым. Мужчина выделил им даже комнату-мастерскую в своем загородном доме, чтобы дочки могли творить. И у него дома. Пару лет назад Софья открыла уютную кафешку в Питере. Это была ее мечта. Девушка сама придумывала дизайн и вместо стульев в кафе-качели. Полина же вышла замуж 5 лет назад и счастлива в браке. А у Софии есть парень, с которым у нее замечательные отношения. Также у Дмитрия Исаева есть сын Александр, который родился в 2014 году в браке с Оксаной Рожок. Актер ждал рождения сына с нетерпением, а сейчас души в нем не чает. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.